Один из самых красивых поселков курортной зоны Витязева. Чистый, ухоженный поселок – результат совместной работы жителей и, конечно, главы сельского округа. Свой отчет Леонид Кариофили начал с важного для поселка события – ремонта в средней школе номер 3. Это и реконструкция школьной библиотеки, и капитальный ремонт санузлов, полового покрытия, пристройка складских помещений и многое другое. В прошлом году отремонтировали также детский сад номер 15 и дом культуры. В поселке ликвидированы несанкционированные свалки, идут работы по благоустройству улицы Мира. Большое внимание безопасному дорожному движению. Полосы, ограждения, тротуары. В перспективе установка камер и новых светофоров. Сейчас мы хотим вот до улицы Горького полностью весь низ охватить. Хотим установить в районе 2 светофора, в районе проспекта Южного, Черноморска, потому что там постоянно пробочки. Селяне внимательно выслушали отчет главы и высоко отметили его работу в прошлом году. Повезло всем нам, жителям села Витязева, что главой администрации стал настоящий патриот, труженик, не жалеющий ни себя, любое время занимающийся поселком так, как должен заниматься настоящий хозяин. Задавали много вопросов по водоснабжению отдельных улиц, очистке морской воды, но чаще благодарили за неравнодушное отношение к работе. Утро начинается со школы, с детского сада, с Витязевского лимана, с Черного моря. И до всего ему есть дело, до всего ему есть дело. Даже элементарно наша маленькая школьная газета, он спонсор этой газеты. Все экскурсии, ну все, что касается поселка, и нашего будущего поколения, и старшего поколения. Георгий Ильич все это охватывает. Столько всего было сделано, но важно это, конечно, то, что это свет, и который в перспективе сейчас будет сделан. Это, конечно, вопрос о том, что выделена земля под канализацию. Это один из самых больных вопросов, я думаю, не только в Витязеве, вообще на курорте. В этом году предстоит немало работы. Приоритетные задачи – строительство очистных сооружений, благоустройство улицы Мира, установка трансформаторных подстанций и строительство дополнительного корпуса для школы.